Привет-привет, привет-привет, всем привет! Итак, сегодня у нас самое классное и веселое, что может быть. Сегодня мы сливаемся по ключам. Итак, 6 месяцев моего отсутствия ключевого открытия. Мы имеем 300, короче, ключей зеленых, 37 золотых, 34 у нас мелких, но надо будет еще дофигачить. Вот, ну, совсем не хватает, совсем малость. Итак, торнов у нас... Сейчас покажу. 7800. Ну, 8000 давайте возьмем. Буду открывать ключи. Никакого видосика я вам показывать не буду. Эффекта это никакого не дает. Так что посмотрим по ходу дела в конце, когда буду открывать золотые ключи. Эти мелкие, ну, никому не нужны. И это никому не интересно. Посмотрим, сколько чего выпадет. Ах, закончил. Ну что ж, у нас получилось... 140 тысяч торнов. Ну, 300, короче, ключей. Давайте поделим напополам. Где-то примерно 500 торнов с одного, короче, было контейнера. Но это не критично. Так, в ангарчике у нас получилось, короче, 211 тысяч. Генетики у нас 610. И здесь 175. Ну, накапало, ладно, не критично. Итак, осталось 37 ключей. Как всегда, я делаю самую веселую. Будем смотреть, что нам повыпадало. Итак, раз, два... Поехали. Итак, 2600. И сразу у нас аркончик. Ну, аркончик, ладно. Хорошие, хорошие. Ключей много, конечно, мне не досталось. Я старался ходить на кошмарки. Но сыпет, ребята, сыпет постоянно зелень. Сыпет зелень. Поэтому очень печально. Но эти сейчас быстро закончатся. Давай, 10 тысяч торнов. Давай. Ха! Блин. Давай, 10 тысяч. 1500 чипов. Ну, нормально, ладно, ладно. Не придираться же совсем-то уж. Аркончики хорошие. О, более-менее такой. Такой правильный. Опа. Да. Давай-давай. Опа. 10-10 тысяч. 10-10 тысяч. Давай-давай. 10-10 тысяч. Уже десятку открыл. 2500. 2400. Блин, да ёпа-мама. Ну, хотя бы вот так. Хотя бы. Две 200, две 500. Ну, короче, по сути, где можно вытаскивать было бы с одного по 10 тысяч, хотя бы по 5, да? Не выпадает. К таланту вонючие тупые арконы. Вот 900-ник. Давай! О, 2400. Вот это хорошо. Это красиво. Это как раз надо к подаркам. 4200. 4200 тоже хорошо. На ловкость. Вот такое себе. 2300. 2100. 4400. Блин, слушай, ну хорошо, хоть 11 еще. 2200. Ну, кстати, что за аркончик? 35. Хотелось бы побольше. Такой прям, такой огромный какой-нибудь. Блин, не хватает, слушай. 1000 чипов. Ну, чипов, конечно, насыпет вообще просто от души. Ну и 6 последних. 4400. Талант даже неохота смотреть. Вот это более-менее. Ой, арконов сейчас. Сейчас на арконы напоменяю, короче, у всех почти петов. Пораскидаю себе арконы, поменяю какую-то часть. То совсем что-то плохо. Ну. Будет 10 тысяч-то хоть один или нет? Фиг, да, говорит. 450. В конце, блядь, 450. Ну, это было весело. Ну, все, ребят, ключи закончились. Итак, тут что-то я знаю. 31, короче, по 6, 39 этих. Ну, вообще, навыпадало, конечно, боев. Сейчас сливать буду на мандарины, буду прям бить. 339 арконов. Самый, короче, жирный вот такой выпадает. Ну, если честно, не знаю, насколько хороший. Вот такой, ну, более-менее, если честно. Не, даже у меня хуже стоят. Сейчас буду, говорю, перебрасывать, буду смотреть арконы. Здесь получилось 220, ну, то есть 60 тысяч с 37 выпало. Ну, нормально. Нормальненько. Ну, и здесь давайте, там 211 было, 229, 20 тысяч еще сверху насыпало. Тоже неплохо. Ну, все.
В общем, дальше, короче, будет, что я буду втихую скручивать. Скорее всего, результаты с вами поделюсь. Сделаю видос, скорее, завтра, наверное, послезавтра. И буду качаться, буду сливать генетику, буду сливать шао, буду сливать чипы. Все полностью буду в ноль сливаться перед Новым годом. Ну, как я уже и говорил, буду увеличивать количество запаса звезд. Буду увеличивать количество боев для того, чтобы была возможность биться. Тем более, ну, буквально через день 13 тут будет новый эвент. Надо будет набивать бои. Причем большим количеством как раз пойдет. Но само то. Но я думаю, что подарки я все скуплю. Уже остались только мелкие. Плюс дополнительно сверху я еще доберу дофигища, короче, мандаринов, чтобы в магазине выкупить, как я всегда делаю за мандарины. То есть выкупаюсь. Ну, чтобы была возможность повеселиться. Ну ладно, это уже по ходу дела будем разбираться, как будет. Ну, как вы думаете, что у нас будет и как вообще дела обстоят? Пишите, конечно, в комментах, как у вас с накоплениями, как у вас к Новому году идет готовность. Ну, а я потихонечку сливаюсь, так что буду готов уже к Новому году.